важность движений, особенно для костной системы. Вот, кстати, остеопороз, потом Ольга Павловна вам тоже скажет. После 40 лет это вот бич для женщин больше всего. И если мы не двигаемся, у нас эта проблема усугубляется. Вот. И самое основное, что у нас в костной системе, это позвоночник. Мы иногда что-то не так, у нас и скрючились, да, и все, и не разогнуться, и не подняться, ничего. Поэтому на упор делаем, на самое главное, что в костной системе, это на позвоночник мы сейчас делаем его разминку, потому что мы больше сидим, правильно? И чтобы нам размять позвоночник, мы этим сейчас и займемся. Для этого мы делаем очень простые упражнения, опять легенькие. Ручки делаем замочек сначала. Значит, сначала мы, видите, спиночку назад оттягиваем, ручки тянем вперед. Теперь ручки соединяем назад, тянем руки назад, а спинку прогибаем. Медленно так. Теперь опять вперед замочек. Вытягиваем ручки вперед, спинку тянем назад. Весь позвоночник при этом работает. Теперь то же самое делаем. Назад. Ручки назад, как можно дальше тянем. И спинку прогибаем. Медленно, не спеша, как у вас будет получаться. Опять. Вперед. Спинку назад. И то же самое. Ручки назад. Грудь стараемся вперед. Спинку прогибаем. Следующее упражнение. Ручки берем в кулачок. Кулачок. Делаем вот такие движения. Смотрите. Значит, голову вперед и как бы плечи тоже делаем вперед, кулачки около глаз. Это первое. Второе, на счет два мы вот таким образом, как силачи, разгибаем. Опять плечи сжимаем и наклоняем голову вперед. Раз. На два мы раскрываем и лопатки соединяем. Стараемся соединить. Еще раз. Наклоняем голову кулачками. И раз. Кулачки, вот старайтесь ручки, видите, как будто гантельки у вас здесь, не разгибайте. И последний раз. Раз. И разогнули. Так. Стряхнули ручки немножко, может быть, они у нас немножко устали. Ножки делаем на ширине плеч, ручки прижимаем к бедрам. Прижали, делаем наклоны теперь. Ручка скользит вдоль тела. В любую сторону делайте это не спеша, чтобы как можно ниже наклоняться. Позвоночник свой, да? Как у вас сейчас получается, со временем у вас это будет получаться все лучше и лучше. Не спеша делаем все упражнения плавно. Раз. Раз. Два. И последний раз делаем. Три. Четыре. Расслабили ручки. Теперь расслабленные ручки у нас сами по себе будут крутиться, а мы будем скручивать позвоночник, и ручки за ним будут следом идти. Вот таким образом. Сжимаются все зажимы, снимаются все зажимы с позвоночника. А ручки спокойно сами по себе крутятся вокруг тела. Покрутились немножечко. Упражнения достаточно простые, вы их легко запомните. Да, и главное, очень полезно, вот именно для крестцового отдела позвоночника, который, когда мы сидим, все вот эти остеохондрозы поясничные, да, здесь получаются. Так, покрутили, стряхнули ручки. Теперь будем скручивание делать одновременно с отталкиванием рук. Вот смотрите, мы одну ручку, ладонь сейчас будем тянуть вверх, при этом скручивая позвоночник, а другую ручку вот туда вниз. Так, теперь в другую сторону. Ладонь вверх, а другая ладонь внизу тянется, как будто вниз. Так, еще разок тянем, тянем туда вниз. Спешим, стараемся, главное побольше потянуться. Ручка вверх, ручка вниз. Одновременно ручка вверх, ручка вниз. Почувствовали жар прям, да? Еще раз последний делаем. Ручка вверх, ручка вниз. Так. И следующее упражнение. Ручки делаем вот так, да, впереди. Те же самые скручивания, только с помощью ручек мы делаем. Раз. Два. Два. Все. Гибкости вам и здоровья вашему позвоночнику. Спасибо. Хорошо.